приходится на Москву товарную переходить кратчайшим путем. Потому что до электрички на Манихина тут мало времени. И то электричка подвыбилась, еще меньше времени оставила на пересадку. Там уже даже идет следующая электричка с Горьковки. Это 4М-341. Ну все, Москва товарная. Ждем теперь электричку на Ново-Иерусалимскую. Там пошел до 4М-326 на Горьковку. Мы ждем свою. Осталось 3 минуты. Ну все, электричка показалась. Кстати, в Манихино у нас тоже будет стремительная пересадка. Там всего 7 минут до отправления кольцевой электрички после прибытия Ново-Иерусалимской в Манихино-1. Сегодня мы едем по западу БМО. Сегодня у нас опять нестандартный заезд. И мы сегодня постараемся поймать R2R7024, который сейчас работает последние дни перед списанием. Так, там по Горьковке пошел ED4M321. Нам же достается EP2D077. Уже по всем направлениям ездил на этой электричке. И по Смоленскому, и по Казанскому, и по Рижскому ездил. После помойных сортиров в электричках Горьковского направления сортир с биотуалетом ВП-2D кажется просто сказкой. Эти зеркало тут металлическое, антивандальное. Yeah!
Приехали. Выходим. Итак, рейсом Поварва 2, Бекасова 1. Сегодня четырехвагонный ЭД4М036. Сейчас посмотрим, какая составность.
достигли Пожидкова. Это 4.036 пошел в Бекасово, но мы этот рейс знаем. Состав доходит до Бекасова 1 и далее резервом уходит в депо Апрелевка. И больше на кольце в этот день не появляется. Через 12 минут сюда придет кругосветка. Посмотрим, будет ли тем рейсом R2R7024 или нет. Но куда мы поедем на кругосветке, будет зависеть от того, какой состав придет. 7024 или нет. К слову, за что этот рейс назвали кругосветкой? Дело в том, что электропоезда депо Апрелевка ходят по БМО не дальше Деткова на юг и не дальше Поварова 2 на север. А кругосветка, она как раз охватывает маршрут от Деткова, от самой южной станции до Поварова 2, до самой северной. То есть весь участок Апрелевки на БМО. Поэтому кругосветка. Ну что ж, Элка идет, и это опять ИД-4М, походу. На этот раз вроде 6 вагонов, да, 6. Но тем не менее, это ИД-4М. Даже не плоскомордый демих, не говоря уж о том, чтобы это была Эрка. Поехала дальше. Сюда она обратно вернется в 15.45. Ну а мы в Дюдьково. Прогуляемся сегодня именно тут. Вот так вот сегодняшняя поездка по БМО фактически превратилась в поездку в Звенигород. Да-да, со станции Дюдьково. Я дошел до города Звенигорода. Прошел через его центр и прикинул в уме, что мне проще будет теперь уехать в Москву по Звенигородской ветке. Да, конечно, БМО я целых две электрички не увижу. Это Апрелевка Кубинка 2 и Апрелевка Поварова 2. Но сегодня как-то не резон зависать на кольце до позднего вечера, так как завтра мне на работу вставать. Конечно, не так уж и рано, в 6.30, но все равно вставать. Поэтому лучше двинуть домой в адекватное время. Вот сейчас перехожу Москву-реку пешком, дохожу до станции Звенигород и уезжаю в Москву. На ближайшей электричке, которая в 15.21. Кстати, ровно 5 лет назад, в этот же день, 26 мая 2018 года, я совершал свой первый заезд по западу БМО. От Октябрьского направления до Курского, до Столбовой. ЭД-4М0013 до Столбовой. Да, сколько же уже изменилось с того времени? Тогда по БМО я ехал на R2R7067 и на ЭД-4М0013. Насколько известно, R2R7067 уже отставлен под списание, а ЭД-4М0013 вообще работает в другом направлении. Это 4М008, на котором я возвращался по Курскому направлению. Он сейчас работает у нас на Горьковке.
Вот это 2М107 вот с Крюкова, не помню. Он остается в Крюкове или уже в Питере? Надо смотреть. А так фактически там, где были в 2018 году, из упомянутых в том заезде электропоездов, остались только ЭД-4М-332 и ЭД-4М-370 с Горьковки, которые, как в 2018 году, продолжают работать на Горьковке. И один из них мы теоретически можем сегодня получить в дороге домой. Ну что ж, вот мы и дошли. Станция Звенигород. Теперь ждем электричку, которая в 15.21 отсюда отходит. Ехать сейчас самым разумным будет до Кунцево-1. Там пересаживаться на метро, синяя ветка, ехать на Курскую. И есть шансы зацепиться за Крутовскую 17.27, чтобы быть дома уже в 19.40. Никогда не ездил по Звенигородской ветке смоленского направления. Вот сейчас самое время ее изведать. Заходит электричка, а по 2D-113. Сейчас поедем до Кунцево-1. Ну что ж, теперь ждем отправления. Бородинской электрички стоит полным коридором. Это я по 2D-117 там пошел. Thank you.
Так, идет состав в сторону Щелчка, но мы не ездим стоя принципиально. Сейчас посмотрим.